Каждый год в Российской Федерации Московским монетным двором выпускаются в обращение новые 10-рублевые монеты. Но даже среди обычных рядовых монет можно найти редкость. Как раз в 2012-2013 годах один из старых штемпелей, по которым печатали 10-рублевки, вышел из употребления. Поэтому монеты, отпечатанные с его применением, очень редки. Отличить их можно в первую очередь по типу штриховки, заполняющей цифру 0 на реверсе. У обычных монет первый и последний штрихи почти незаметны, а вот у староштемпельных они широкие и толстые. Вот такая монета с толстой линией стоит 30 тысяч рублей. Неизвестно, сколько подобных экземпляров было отчеканено, и вполне возможно, что подобная 10-рублевка сейчас лежит в чьем-то бумажнике. Также существуют 10-рублевые монеты 2012 года выпуска, цена которых достигает 250 тысяч рублей. Если вы обнаружите у себя монету Санкт-Петербургского монетного двора, а не московского, как на большинстве монетах, считайте, что 250 000 рублей у вас в кармане. Бывают 10-рублевые монеты 2012 года выпуска, перевертыши, цена которых достигает несколько тысяч рублей. И другие браки, цена которых также достигает несколько тысяч рублей. Обязательно проверьте, ведь может именно у вас лежит заветная монетка.